поскольку соучастники из разных городов, и каждый из них является самостоятельной, свободной творческой личностью, каждый способен играть сольную программу, и мы готовы прямо на сцене меняться функциями, уходить в аккомпанемент, солировать, вести концерты, заниматься хореографией, ну и тому подобными всеми делами. Ну вот, начнем прямо вот с Ивана Витковского, который у нас выразил первое желание исполнить сам свою песню, которая...